Сон о некрасе. Так. О, Убер машина, Влад, дай мне ее. Сейчас за мной будет идти. Все быстро закупаем маски. У кого нет, закупайте маски. У кого есть, я скажу, куда их назвать. Или Валера. Люди, быстрее, главное, надевайте маски. Будете за машиной, только вот за вот таз не очень удобно, просто там придется перелазить. Маски закупите, правительство, кстати, если нет. А, блядь, а куда я отбегу? У меня-то есть маски. Маски. Это ВВ, который, да? Да, ВВ находится там. Правый верхний угол. Так, все маски закупили. Маски одеваем. Так, желательно две маски иметь. Блин, у меня маски нет. Сам сказал, сам забыл. Точнее, вы еще забыл. Около ЛСПД магазинчика там какого-то вот этого ближнего. Так, завод КАЗ. Они наверняка будут на вертолете. То есть нам надо в любом случае снайпер. Побольше желать. Блин, мы вертолет не сняли. Нам желательно можно больше снайперов, потому что наверняка придется применять. Ну куда ты их обороняешь? Правительство, зачем вы едете? Да забей, я уже забей просто. Так, все, масочки надели все. Едем за машиной. Оп, стреляют. Еблоид. Сука, с ноги это еще медик. Вы сейчас мимо чего будете проезжать? Я просто около ЛСКПП. Вот тут вот здесь. Все, едем за машиной ФБР в Лас-Вентурас. Все маски надеваем, там я вижу кресты. Хан, ты там насчет... Уточни насчет заложника. Попробуй информацию. Хватит орать, Вольфа. Не знаю, они сказали, место встречи завод КАЗ. А попробуй еще раз. Где не... этот завод находится? Я знаю, за машиной ФБР едет. А, все, понял. За вами. Просто я за рулем. Едем, едем. У кого-то там маска не одета. У Джузеппе Диас. Ну там намекните ему, чтобы маску одел. Кто на переговоры пойдет? ЛСПД, ну по сути ты уже ведешь переговоры с водителями, то ты должен будешь с ними встретиться. Да знаешь, конечно, я... водители, ЛВПДшники. Надо взять кого-то, кто обучен. Да-да-да, можно взять. Свата кого-то дашь, на всякий случай? Да, Франк не может взять, в принципе. Только тема такая, то что они могут у вас тоже вдвоем повязать. Если их больше будет. Надо сначала выяснить, кто это. Быстро. Люди, едьте к колонне, чтобы никому не мешать. Где этот завод находится именно? Напротив ВВПД. По карте. А, понял. Туда можно попасть только вертолетом. У них наверняка будет вертолет. Вообще желательно бы было взять, если бы мы чуть пораньше узнали местонахождение. Одна машина ЛВПД, сможете взять по-быстрому вертолет? ЛВПД. Нам бы желательно вертолет. Да, ЛВПД. ЛВПД возьмите вертолет. На всякий случай, если бы. Так, надеюсь, вы за... Вот, завод КАЗ. Туда можно попасть только при помощи вертолета. Не полетите, пожалуйста. Так, все, остановились, все, мы подъезжаем близко. Так,
Михаил, выходи. Так, смотрите, ПДшки, подъезжаем к парковке и ждем дальше там. Нас, по сути, не должны заметить. Никак. Так, Франклина, давай машину. Вот. Парковка. Штраф стоянка. Там сделаем сбор. Прайд, сядь назад в лимузин, не дергайся ради Христа. Франклин, теперь сядь назад. Хам, свяжись с пунктом. Куда вы ПДшки вышли, Алёша, в машине сели, приказа нет. Помогайся. ПДшки сели в машину, что вы творите? А нас больше было, куда все подъехали? Вертолёт возьмите. Тут в любом случае снайперками дострелят. Я так думаю, они будут на вертолетной площадке, где положение есть. Отстрека будет. Это номер по информации. Кто сейчас кашляет, можете сделать активацию по клавишам? Вы за мной зачем едете? Алло, я в маскировке. Вон завод, сзади меня. Вот тут вот машинки припаркуете. Тикс, хули ты круги наворачиваешь? Эхам, ну что там? Перелазь, пытаемся. Постойте, не перелазьте, подойдите, надо, чтобы они ответили. Может, это вообще не подня будет? Надо все варианты придумать. Тут две машины приехала патрульная ЛСПД. Возле ворот завода стоят. Что за дебил? Один жетон 803. Один жетон 982. 922. Желательно, чтобы вы их ливнули как можно быстрее, потому что из-за них мы можем провалить всю операцию. Тут еще инфа. Принял, передал сотрудникам. Кто там сидел на... Кто меня там убил при помощи машины? Меня убили? Богоюзин, офицер. Найс. Хан. Его айдишник... Садись в машину и... ладно. 6-2-4. Меня Богоюзин убил. Найс. На угол. Ну, вечно какие-то вот дебилы найдутся, которые... Просто возьмут и Богоюзом обьют себя багом с помощью двери. Хан, ну что? Да мы перелезть не можем, они не свяжутся так, с нами. Так не перелазите, свяжитесь сначала с похитителем. Вот вы перелезете и все, они, может, там за углом будут, а мы не успеем там подъехать. А мы недостаточно близко к вам, считай. Там репортер бегает. Хан красава. Репортер 322 жетон. О, нормальный эфир. Кстати, вот ЦБ тут. Просто волна перекрыта.
Типа, ехать зачем нам делать? А, наблюдай на вертолетной площадке двое человек. Давай в ВВПД запросим вертолет. Один вертолет. Я в вертолете залетим. Угу. На вертолетной площадке три человека и один заложник. А они нам отвечать вообще собираются? Посетители. И один вертолет. Белые, желтые полоски. Скажи нормально. Я тебе нормально говорю. Ну пиши тогда, скажи в рацию, кто. А вы когда взяли вертолет? Так что. О, занимаю госслово, ну найс. Там человека три на вертолетной площадке. Так, сейчас, по идее, вертолет прилетит к нам. Я сейчас к вам тоже прилечу на вертолете, потому что у меня там офицер идиот бага на при помощи дверцы. И того будет два вертолета. Уже никуда, Кевин. Уже лучше не надо. Четыре. Сколько у нас вертолетов, скажите? Не ходи. Наших вертолетов сколько? По идее, должен один, а куда должен прилетать? Ну, еще наш один вертолет. В принципе, можно сделать так. Вы перелазите. Желательно, чтобы вы вот тех двух преступников разделили. И мы на вертолетах уже подлетим. И вертолет садятся. Вертолет садятся? Они за нами летят. Тихо, тихо. Они вертолет садятся, да. Ну я покуда лечу. ПДшки, будьте на готове. Один сел вертолет. А заложник, заложник где? Заложник, по-моему, там. В вертолете? Нет, вроде возле вертолета сидит. Тут низко, тут не видно ничего. Ну вы узнаете, на парковке. Если залог... Никуда, они не завелись, никуда пока не летят. Просто... Это Джузеппе Диас, он дебил или что? Что он да, пишет? Да. Пишите хотя бы в закрытый канал. ПДшки, по вертолетам сядьте. Желательно не офицеры, потому что офицеры это мясо. Сейчас сделаем атаку вертолетами. У ворот никого нет. Знаете, в чем прикол? Сядьте по машинам, вас могут так же само проверить по номер П по машинам. Сядьте по машинам. Валер, у тебя маски нет. Мы еще громче сказали. А, Хан. Хан, назад посмотри. Хан, вещи. Садись. Три человека. Четыре человека. Заложили. Если там, они... Два, три человека. Если... Воздушный если они не ошёлкнутся... Крип. Слушай, у одного маска слетела. Они походу по... Валера, я тебя отыграл в машине, то что ты... Моя камера транслирует у тебя. Сейчас ты то, что ты, короче, ты можешь смотреть КПК, я буду тебе говорить, кто здесь и что здесь. Раз. Если я так думаю, они понял на что. 8 человек. Кого маски слетело, маски, фокусы все. 8 человек, двое без масок. И трое без масок. На прицеле держится. Хан, ну что? 9 человек. Их тут много, короче. Стоят. Один целит Стизиба.
чё к нам печенье секси? ПДшки, разверните свои машины, возможно, сейчас будем на рашить. Навряд ли будет зарашить. Ну, шанс есть. Тут только со снайперок надо. Вот эти бочки, которые 4 штуки, желательно туда по пару человек посадить. Они заметят. Они тупо заметят, я тебе говорю. Тебе лица он разворачивается не надо. Там, что они там делают, представляете? Всем кум. Я тяну время. Да не, у нас похищение. Показы там заложены. Пожалуйста, увольте 624, он сейчас спалит своими роликами. Пожалуйста, увольте его. 624 спалит своими часами. Киньте ему, он инвайт там или что, я не знаю, он просто спамит своими чертами, 6-2-4. Я уже пишу то, что готов отдать деньги за него. Ребят. А за их тут очень много. 9 человек. Дальше просто так не получится. Блин, я же говорил отправлять волосов на людей, парни. Там. Где ваши? Где вы сейчас находитесь там? Вы внутри завода или рядом находитесь? Давай на площадке этой. Вертолетный, да? Ой-ой-ой. Да. А там сколько людей находится? 9 человек. И вертолеты ведь есть, да, вы? Они говорят про перевод. Попробуй поднять вертолет. А, отлично. У них вертолеты есть или только нет? Аккуратно. Два вертолета. А, три. У них три вертолета? Нам надо свои поднять воздух. У нас будет 4. Понимаешь, мы находимся рядом с ЛВПД. Только два вертолета. В офисе? В офисе. Сейчас. Там вертушки нет. Потому что я взял. Там что там, передавай все, что он делает, что он говорит. Передал деньги ему. Два мешка. Нет. Снизу фальшивый, если он будет это. Проверять. Я отвергаю то, что ту. Человек смотрит на нормальные деньги, так как я отвергал то, что сверху. Это не фальшивые. Да нет, а там ведь можно по фальшивым деньгам как-то их вычислить, потому что. Они на заводе кассы. Нет, закрыты. Отыграли бы жучок в мешке. Действительно. Фальшивым легко очень выследить. Но если они начнут ими пользоваться. Да, я не знаю, как это было. Они по-любому будут обмывать. Один человек стоит возле вертолета. Обмывать. Скардоса, жду тебя. Сейчас я... Стизип, что там по Стизипу? Стизип сидит. По идее он должен, ну его сейчас поднимут. Здесь флеш Тиэра. Флеш Тиэра это. Ой-ой-ой. Чё-то печенье делает. Печенька ваша Дэмикси, понимаете? Чего не уволили? Отыграйте, что у вас, не знаю, может половина мешков, вторую половину отыграйте с жучком с каким-нибудь. Да уже не получится. Они же не носятся в карманах жучки. Мешок с жучками это под себя. Жучок, мешок, да самое дно там, например, закинь. Да забейте какие жучки. Нет, мы просто строим погоню и найдем. Все. Да, от себя. Надо свои вертолеты поднять все. Ребят, будьте готовы. Хан, что там? Говорят, перевод, деньги, переводите деньги. Хотя НПРП передал два мешка. На нем 10 глупый, человек что? Стало 9. Алло, скажи им еще раз.
Это какие-то бандиты или обычные гражданские? Бандиты. Трубы. Здесь есть и старшие кланы. Не-не-не-не, возьми такую. Там есть смысл маскировки. Там надо залетать, типа. Я побегал. Насрать. Сразу поубоить. Для вертолета. Ну, я... они даже не проверили деньги. Быстрее вертолета, они наверняка на вертолетах улетят. Быстрее вертолеты подгонятся. Они один вертолет садится. Астизип сидит. Один стоит возле вертолета. Мы можем их повернуть. Уверен, что мы быстрее так доедем. Они пушки не держат. Здесь еще ацтек. Поставили снайперов? Они нет, зовут Дика. Некуда ставить снайперов. Там такая территория, что там просто бочками такими, цистернами, все закрыто, там не видно ничего. Завод КАС, они на вертолетной площадке. Там единственное, что я залез на этот на стоянку, и то, типа, там обзор. Ребят, здесь лидер Грув и лидер Ацтек. Ну, они вчера меня хотели похитить. РКПД тут, РКПД лидер. Нам нужно еще два вертолета. Мы можем им сделать перехват вертолетами. Если у нас будет больше вертолетов, мы будем спамить мегафон, чтобы они остановились. Они обязаны остановиться. Да, 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 да. То есть, блядь, пух. РКПД, СФПД, подгоните вертолет, ЛСПД. ЛСПД. Или старший состав, там с четверки, по-моему, можно уже вертолет брать. Делите вертолет. ЛСПД. Так, они говорят, забирайте, забирайте. Кого? Сидима? Директора. Да-да-да. Побыстрее уходите. Мы спускаемся. Быстрее только спускайтесь. Стой, не спускаемся, он в ФК ушел. ЛСПД, мы... можешь там как-то сказать, типа, чтобы ваши взяли вертолет? Там офицер можно. Весь отправить. Состав здесь. У нас только два вертолета, понимаешь? Мы не знаем, то, что они завозят. А, оглушили, нас оглушили, нас оглушили. Залетайте. Все, едем. Едем. Летим, летим, летим быстрее. У кого-то маска упала, кто в вертолете. Забрал рацию у Хана. Он даже не проверил, есть она у меня или нет. Стреляем по ней. Вик, найди маску. Угу. По лидерам не стреляйте. Мы стреляем по ним. Они конченые, ребят. Башня. Одного минус. Мы оглушены из Сизипа. Вас не убили хотя бы? Нас убивают. Вы нас убиваете. Летает. Пацаны, залетайте быстрее на завод. Вертолеты где вы? Пацаны, вы понимаете? Вы поскидываете людей. Пилоты остаются, людей просто скидывайте и за новыми. Там можно на трамплине перепрыгнуть. Снайпер, будьте тут, снайпер, вертолет. Привет, погоду КАЗ быстрее. Не давайте им вообще. Не давайте. Один гоняется за нами. Давайте все отлично. Не давайте им взлететь. Вертолет быстрее, вертолет. Вертолет еще новая пачка вертолет. Можно спросить? Меня убило. Нету времени на вопросы. Вертолет быстро все сели. Не давайте им взлететь. Просто шмаляйте на поражение с автомата, со всего. Не давайте не взлететь. Меня вертолет быстрее. Не стреляйте в нас, ребят. Стреляйте вокруг, может, там можно как-нибудь заехать. Там нас только... просто слили. Они нас слили. Там только не вас слили. Это нормально? Да. Они нас тупо слили. Так нельзя делать же. А, типа отстреливаться нельзя? Стизиба слили. А, они заложники или? Ну, тогда. Они заложников. Так нельзя делать, жалобно. Да, нельзя так делать. Если бы меня начали рашить, я бы тоже заложник убил. А Джейсон Канарис, он в... Бегут, они убегают. ХЗ, как по мне, никого нарушения. Купите ПДшки, ПДшки, ПДшки. Окружили завод КАЗ быстрее. ПДшки, завод КАЗ, заводу КАЗ. ПДшки, заводу КАЗ. ПДшки, альбо. Вертушка, кто там летает, сядьте к въезду в завод. Вот тут аккуратно. ПДшки, к заводу КАЗ, подъехали, алло. Едь, 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 едь.
Они бросили свои вертолеты, понимаете, окружить. Ну, ЛПД, сади вертолет. Скажите все, чтобы он брал пушку от меня. Расстояние. Еще, ПД, будьте тут, будьте тут. Я сейчас перекину 4 человека на вертолетную площадку. Сходим, сходим, быстрее, быстрее. Все поддержки вертолетка, ой, на КАЗ, завод. Поддержки, я сейчас вас заберу, ждите. Смогу, кого надо. Маску офицеру скажите. Вулит этот лидер. Держите его, у кого тайзер есть, попробуйте его оглушить. Быстро, вертолет, вертолет, быстрее, 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 быстрее. Да боже, ну тихо! Стой, стой, стой. На подставку вставайте, чего вы паритесь, я не понимаю, тут 100 метров лететь. Да все же прям тут. Садитесь, ЛВПД, алло, что там? Еще два слота летают. Хан, ходи со мной возле, это мало. Лидер. Окружите завод КАЗ быстрее. Взлетай, 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 все, все, все. Завод КАЗ окружайте все быстро, они не могли убраться. Можете вертолеты. Все вертолеты их нагоните. Все, вертолеты сзади тут. Можете одну машину к МЦЛВ пригнать? Не можем. ПДшки, вертолет сели. Белгород. Маски надевается с вами. Все, вертолетка зачищена или что? Давайте их перебьем, они там типа внутри завода. Чешу. Они перепрыгивают. Они, да, перепрыгивают, они, перепрыгивают, короче, на контейнерах. На перехват, на перехват, на заднюю понял, часть понял. Завода, на заднюю часть. Обходите за завод, параллельно. Перехватите их, у меня краш. Да не, они где два реактора. Поехали за ними. Их трое человек, вы можете их всех повязать. Ну, сняли одного. Не убивайте желательно, надо их повязать. Ну вон, на горы заезжай. Спускайте возможности. Даже Губер чувствует. Да, я тут... Дай ему делать нечего, чё ему. Короче, релок. По рифе не стреляйте, только это я. Вы их всех слили, никого не забрали, что ли? Мы им деньги будем перечислять? Они заложников убили. Нет. Они увезли деньги? Ну им же передали деньги. Они увезли фальшивые деньги. Вот скрины есть, как я отыграл это все. То есть они откуда сбежали? Фальшивые деньги взял? На всякий случай хранил. А, тогда нет проблем. Тормозит тут. Всегда здесь. Повяжите матери старше. Вертолет, тут вертолет, езжай. Блин, справа вертолет, не видишь, что? Сейчас, походу, жалобы. Нормально, гетовцы на трех вертушках почти не устраивают. Территорию обойдите, просмотрите, может, кто остался. Объезжай вокруг завода, Рикс. Если вы кого-то нашли в ПДшке, кидайте БК, и все. Не, не понял. Они юзают бонихоп, можете тоже юзать. Они все при погоне. Где бежишь, Хитоши? При погоне можно. За ацтеком бежишь? Да, за ацтеком. Сейчас могу. Вокруг периметра завода ездили. Бани, хоп, ну, блин. Вон, за ацтеком. Ну куда он бежит? Его окружили, что за бред? Подождите, на меня идет. Спасибо, офицер. Хорош. Офицер это походу 47-я хромосома. Сержанты это уже такая, 46-я уже идет. А у вас тазера нету, вы тупо оравы из дубинками. Что с тобой сделал этот тяга мото? Там тупо три это не тяга, это или два офицера бегают с дубинками за этим отстрелом. Он сел на вертолет и взлетел? Серьезно? Нет, нет, нет. Ты нет, он связан. А, нет, лол, а чё он убегает на АЭС? По-моему. АЭС убегает. А, ну это РП лидер. РП лидер ацтеков. РП банда, то есть. Знаешь, из-за чего они начали нас оглушать? Из-за того, что они по-другому за деньги должны дать.
Офицер, блядь, от меня отойди, я с вами, дебил. Левай, они дебилы. Офицеры, я так вижу, у них 47-я хромосома. Они не понимают, по кому стрелять, да. Надо было от сержанта собирать, блин. На вертушке заберите меня за заводом. Так, давайте в тачку его. Все, пока не... жду вертолет, отсюда лидер у меня. Все, вы победили? Да. Шлад, по-моему, открой назад. Я выгрызу тебе, расстрелялись и хватит. Еще раз. Ват, открой. Там, почему они начали стрелять? Ну, потому что мы... Они подумали, мы должны скинуть деньги. Чего вы перебиваете? Кто сейчас перебил? Ну. Они сразу начали писать в Б, типа, скидывать деньги на банк, где деньги, и решили нас из-за этого похитить, типа, то, что мы деньги не скинули на банк. А жалко, что админов не было. Стоп, а сколько их было и сколько вас было? Подождите. Их двое было. Вас было двое, плюс еще этот, смешник, три... И сколько было? 9. Ну все окей. На одного 3 человека. Да не банихопьте вы, идиоты! Хватит банихопить, за это наказывают. На кухник прилетает. Браунов, ты открыл госволну? Я в игру зайти не могу, понимаешь? У меня краш. Так, я веду его к машине, это выделить мне машину. Да не, ребят, подбрал фотоаппарат. Не машину, вертолет, как ты его в машину таким... Сейчас открою. Ребят, я от ЛСПД. Даниэль, если когда... профу пиши. Какой Даниэль? Да пошел ты в жопу, конченый. Левай. Я так понимаю, все офицеры идиоты. Как нам попасть? Не садитесь в машину. Вертолет. Через забор. Как там открывать госволну правильно? ФБР всем, госволна открыта. Можете занимать собеседование, проводить эфир. Вот так напиши еще. Вертушками отсюда не садитесь. Надо вертушку к входу плавать. Офицеры. О, сел такой. Через забор вышел. Ну я сейчас после этой движухи выговор даю. Мне тоже, да, тут я офицер слил. Задымил просто. Нет? Ну он меня по имени назвал, за скрин, может. Даниил, все. Вы задержаны. Даниил, чё? Вы задержаны. Правда? Вертолет к входу, пожалуйста. Вертолет. Не собирайте потом, пожалуйста, офицеры. Берите хотя бы строй. Сержанты хотя бы. Младший сержант уже хоть что-то должен знать, но нет. Из вертолета вылезают все, садятся только человек, который ведет за собой этого Рутара. И мы, и я. Даня, так, стойте. Нам нужно это как бы... одного будет. Челика сейчас посажу. Джонатан, выйди, пожалуйста, и... Может, мы сначала людей тупо через забор перекинем, потом вы повяжете его и... Нет, это долго. Ладно, ты перекидывайся. Подождите. Перекидывайся.